Неустойчивая и капризная погода сложилась в эти дни в Ульяновске и соседних регионах. Сильный с порывами ветер, снег, переходящий в ледяной дождь, и гололед заставили большинство ульяновцев провести выходные дома. В это время на улицах работала уборочная техника. По информации городской администрации, по ночам снег убирали 79 единиц техники муниципального предприятия «Доремстрой», грейдеры, самосвалы, снегопогрузчики и бобкеты. Сегодня коммунальные службы также убирают снег и наледь с дорог автомобильных и пешеходных. 9 грузовиков вывозят снег. Самая у нас, скажем, такая болезненная тема – тротуары. Дороги мы более-менее содержим. Техника у нас в наличии есть, реагенты есть, но с тротуарами есть сложности. Сложности в каком плане? Те тротуары, которые у нас обслуживаются специализированной техникой, да, мы проходим, мы подметаем, мы сыпем песко-соляную смесь. Но есть участки тротуара, где техника не может пройти. В таких случаях тротуары убирают и обрабатывают вручную. В этом случае помогают бригады Ульяновского водоканала, Ульгэса, городской теплосети и теплокома. Чтобы увеличить объемы обработки тротуаров, машины с песко-соляной смесью заправляют с помощью погрузчика и самосвала прямо на тротуаре. Трактор, он производит посыпку, затем, так как заканчивается у него песко-соляная смесь, он едет загружаться на нашу пескобазу. Плечо, конечно, это большое. В этом году мы ситуацию немножко исправили. За каждым пескоразбрасывателем на тротуар идет КАМАЗ и идет погрузчик. Они сразу же на месте загружают, и значит, пескоразбрасыватель продолжает свою работу. То есть он не сходит с тротуара, а продолжает сразу сыпать. И, значит, тем самым мы практически производительность одного пескоразбрасывателя увеличиваем в два раза. По прогнозам синоптиков, погода на этой неделе в Ульяновске придет в норму. Температура днем не будет опускаться ниже 6 градусов, возможны осадки. Анна Тищенко, Управда ТВ.